Памятник армянского алфавита находится в селе Арташаван на восточном склоне горы Арагац. Он был построен в 2005 году, к 1600-летию создания армянского алфавита, по проекту архитектора Джима Тарасяна. Памятник состоит из 39 расписных букв армянского алфавита. Все буквы сделаны из армянского туфа. Армянский алфавит был создан в 405-406 годах нашей эры и по сей день используется для письменного представления армянского языка. Он был разработан лингвистом и церковным лидером Месропом Маштоцем для того, чтобы Библия стала доступной армянскому народу и распространилось христианство. Начальная версия алфавита Маштоца состояла из 36 букв, которая была дополнена в средние века. Армянский язык представляет отдельную ветвь в индоевропейской семье языков. Спасибо за просмотр. Если понравилось, подписывайтесь и поделитесь с друзьями.